Очень в моей семье любят разные соусы, и классические рецептуры, и необычные, новые. Поэтому я готовлю большие запасы, которыми мы пользуемся весь год, добавляя ко многим блюдам. Попробуйте сделать данный соус по моему, возможно, не совсем обычному рецепту. Он расскажет вам, как приготовить горчицу на рассоле. Еще я добавила мед с лимоном. Вкус получился такой пикантный, что можно подавать такую горчицу к изысканным мясным блюдам. Моя семья даже просто кушает с этой горчичкой бутерброды. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте банку, в которой можно хорошо закупорить горчицу, помойте ее, обдайте кипятком и высушите. Всыпьте в банку горчичный порошок, влейте рассол, размешивайте до однородной консистенции. Добавьте сок лимона, мед, соль и масло, хорошо перемешайте, закройте крышкой, уберите в теплое место на 5 часов. После этого горчицу на рассоле уже можно употреблять, храните ее в холодильнике. Вкуснее тем, кто подпишется. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Горчичный порошок 50 грамм, рассол от огурцов 150 миллилитров, мед 1 чайная ложка, сок лимона 1 чайная ложка, соль 5 грамм, растительное масло 1 столовая ложка, количество порций 8-10. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Всем приятного аппетита, жду вас снова.